еще один есть, слева прям. А еще нет. Второй появляется. У тебя один балл. Давай, хорошо, если будешь здесь, потому что ты маленький, и скоро, когда уже здесь, ты перебиваешь руки, я не вижу, кто первый поднимает. Ну, специально, это тактика такая, да? Стратегическая. Хорошо, идем дальше. Какой максимальный кулкал у Блэк Банк? Честно говоря, ребят, мне от VR безумно закружилась голова. В принципе, ощущения для меня новые и интересные. Так что, если вы хотите опробовать, не стесняйтесь это сделать. Я как минимум для вас это будет что-то новое. Для меня было. Это звездец. Как бы я мог охарактеризовать Игромир 2016 года? Игромир виртуальной реальности. VR-шлемы, VR-игры, новые шутеры, представленные многими компаниями. От MSI был новый шутер, был от Mail.ru. И, соответственно, для вашего внимания сейчас идет показ шутера. Не просто шутера, можно сказать, полноценный виртуальной площадки от G2A.com и Tornado Energy. Действительно, было очень здорово попробовать сей интересный момент. Как видите, нас облачили, можно сказать, в виртуальные доспехи. Автоматы были довольно-таки, кстати, увесистые и тяжелые. Наверное, я бы сказал, по весу совпадают с реальным оружием. Плюс-минус килограмм. Было очень реально здорово и очень круто. Ну, за исключением, конечно, технических накладок в виде запотевших VR-очков. Но это все мелочи. Сам факт именно побывать здесь, попробовать это все, это очень здорово. Надеюсь, Игромир 2026 будет, на Игромире 2026 будет представлено следующее. Первое VR-MMORPG освещает Юга, на котором на канале, возможно, уже будет 100 тысяч миллионов подписчиков. И, соответственно, мы будем одни из первых это пробовать. Ну ладно, это все, конечно, мечты. Но действительно было здорово попробовать все это. Вы, надеюсь, посмотрите вместе со мной, понаблюдаете, сделаете какие-то выводы. И, соответственно, что вы думаете по этому поводу? Отпишитесь, ребят, в комментарии. Хотел бы узнать, есть ли будущее в MMORPG в VR-шлемах и насколько далеко все это зайдет. А вам приятного просмотра и, как говорится, оценивайте наши скиллы. Игроки появились на экранах, вы уже можете наблюдать за ними. 3, 2, 1, флай! Погнали, ребят, смотрим по сторонам, наблюдаем. Конечно, убиваем пауков. А что же они вам сделали, чтобы их так? Ничего, ничего. Где же у нас пауки? Так, они должны появиться. Вот уже появились. Смотрите по сторонам. Один ушел. Так, 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 так. Погружение в виртуальную реальность вместе с Tornado Energy. Так, игроки наши продолжают играть, а почему-то очень медленно как-то еще набирает, видимо, время проведенное в Игромире, оно, конечно, тянется очень быстро, но люди все равно устают. Немножечко, но утомление чувствуется. Всего лишь 7,
у красного и 160 у синего, 200 уже. Уважаемые игроки, вы можете, в принципе, и поворачиваться, только аккуратно. Смотрите вверх, вниз, вбок, влево, вправо, потому что пауки повсюду. Не надо стоять на месте. Синий игрок впереди. Уважаемые игроки, вы также можете наблюдать за своими данными на правой руке. Посмотреть на правую руку, на предплечье. Правая, правая. Все данные у вас там должны написаны. Братья и сестры, забудьте о них. Договорились.